Владельцам четвероногих жителей Петербурга придется отложить свой отпуск. В южных регионах России собакам грозит смертоносный пироплазмоз. Берег, ну что ты жалуешься, а? Хозяйка лабрадора Беринга боится клещей. Все дело в том, что собаку уже раз лечили от укуса этого насекомого. Мы даже заболели, нас лечили, причем так, как бы спасли. Летальный исход в худшем случае. Там в лучшем, возможно, инвалидом собака была. В этом году клещи на охоту вышли на 2 недели раньше. От их укусов уже пострадали более 500 человек. Сколько животных – неизвестно. Такую статистику в городе никто не ведет. Но врачи ветеринарной станции констатируют – за день они принимают по 2-3 пациента с незваными квартирантами на теле. Под 6. Стали осматривать собаку. И утром увидели. Правда, врачи успокаивают, пока в Петербурге клещей, переносящих смертоносный пироплазмоз, нет, но они есть в других регионах. Все случаи у нас идут завозные, то есть это когда выезжают в жаркие регионы, это Краснодарский край, Ставропольский край, да, Республики Кавказа. Для животного укус клеща смертелен, спасти может переливание крови. Правда, службы четвероногих доноров в Петербурге нет.